Российская поп-группа «Руки вверх» вновь попала в центр внимания после того, как Роскомнадзор разослал требования четырем онлайн-кинотеатрам удалить фонограммы песен из нового биографического фильма о музыкантах. Это стало следствием решения Мосгорсуда, который наложил обеспечительные меры для защиты исключительных прав на известные композиции коллектива. В список песен, которые должны быть удалены, вошли всемирно известные хиты «Крошка моя», «Чужие губы», «Девчонка», «Песенка», «Дома не сиди», «Некрасивая», «Без любви» и другие. У онлайн-кинотеатров есть всего 3 рабочих дня, чтобы выполнить это требование, как подчеркнули в Роскомнадзоре, сообщают РИА Новости. Это решение суда было вызвано неразрешенным использованием 15 композиций группы в фильме, обвинив фронтмена «Руки вверх» Сергея Жукова в нарушении авторских прав. По заявлению продюсеров, право на эти песни принадлежат издательству «Джем», которое настаивает, что не давало согласия на использование музыки в байопике. Таким образом, судьба фильма, который уже успел вызвать ажиотаж среди поклонников группы, зависит теперь от оперативных действий онлайн-кинотеатров и дальнейших юридических шагов всех сторон этого музыкального конфликта.